Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. На вопрос, нужно ли закрывать теплицу на ночь, я сейчас немного подробнее расскажу, начну освещать этот вопрос. Ведь все зависит от погоды. Спрашивают, закрываю ли я теплицу. В разное время, в разный сезон теплицу нужно или закрывать, или открывать. Вот, например, сейчас у нас в регионе аномальная жара. Вчера у нас было 36 градусов, на сегодня передали 39. Ясно, что все двери теплицы, и те, и эти, у меня открыты. Потому что ночью сюда хотя бы зайдет немного прохлады. Очень жарко на улице, невозможно вообще в теплицах работать. Поэтому вот в такую погоду я на ночь двери не закрываю. Они у меня открыты уже несколько дней, вот неделю стоит жара. И ночью для них это спасение с улицы, немного хоть как и проветривание, и все. Закрываю двери в дождливую погоду, когда сырость начнется, дождь. Конечно, я буду закрывать двери не только на ночь, но иногда и днем, если будет понижение температуры. Вообще, все это очень индивидуально, зависит от вашего региона и от погоды в данный момент. Когда на улице прохладно, я дверь закрываю, чтобы здесь сохранился теплый микроклимат в теплице. Когда на улице жарко, я дверь открываю. И никакой какой-то конкретной инструкции по этому вопросу нет. Вы должны сами смотреть и как контролировать вот эту температуру в теплице. Еще раз говорю, что томатам не обязательно сильно высокую температуру и не обязательно поддерживать какую-то влажность. Они наоборот любят чуть пониже, поменьше, чтобы было градусов, посуше и чтобы было проветривание. Тогда будет все прекрасно. Вот у нас уже начинают созревать, Настенька, первые плоды. Я боюсь, что из-за сильной жары все знают, что после 25-30 градусов пыльца становится стерильна и плоды перестают завязываться. Хорошо, что у меня до этой жары много было завязи, завязалось, хотя бы эти созреют. Но вот из-за аномальной жары, вы представьте, 39 градусов за бортом. Сколько в теплице? Это ужасно. Я вчера сюда зашла, это духовка, невозможно. Сначала были морозы, теперь вот такая жара. Нынче погода очень плохая, поэтому за дверями, за открыванием и закрыванием я слежу ежедневно. Начнутся дожди, когда дождь и сыро, я двери закрываю. Сейчас у меня двери открыты, и это каждый решает сам, открывать или закрывать. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Я сейчас снимаю видео, ежедневно выкладываю про содержание, про выращивание овощей. Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. До свидания, желаю всем богатых урожаев. Открывайте двери, закрывайте двери, как хотите. Делайте комфортный климат, создавайте для своих томатов. Они любят не очень жарко, сухо, проветрено, чтобы было. И тогда у вас будет очень много помидор.